Так, всем привет, это мое новое видео, и сегодня в гостях у меня Белла. Все правильно. Так, чем ты занимаешься, расскажи о себе. Так, на данный момент я живу на Бали. В плане работы или в плане каких-то своих увлечений? Ну, своих увлечений. Ну, я увлекаюсь диджеингом, например, мне очень нравится. Увлекалась балетом. Вот, вообще люблю творчество очень сильно. Угу. Не знаю, в очках привет. Я себя просто не вижу. Так, слушай, а вот смотри, такой вопрос. Как ты считаешь, важен ли рост парня? Ну, это зависит от роста девушки. Если девушка прям высокая-высокая, я не думаю, что и парню, и девушке будет комфортно. Например, если парень, ну, не особо высокий, так сказать. Угу. А на что обращаешь внимание в первую очередь мужчине? На харизму и на внешность. Угу. А какая часть тела тебя больше всего возбуждает? Блин, в парнях? Да. Не знаю. В девушках. Ну, блин, наверное, мне очень нравятся глаза. Какие должны быть глаза? Такие, знаешь, с душой глубокие. Я бы не была к этому готова. Понятно, так. Так, предлагаю поиграть в правду или действие. Ну, по очереди. И, ну, допустим, я задаю один какой-нибудь вопрос, типа, ну, точнее, давай мы кидаем, типа, давай по, короче, если карта, допустим, по значению меньше, чем это, то тут, короче, отвечать либо действие делать. Можно вопрос, а если отказываешься, то действие. Окей. Давай так. Есть стимул отвечать на все вопросы. Так, я выиграл. Так, ну подожди, я даже не поняла, как это было. Ну вот. Ну, блин, это что-то какое-то подставка. Не-не-не, давай в следующий раз ты. Подстрой это было. Так, ну давай. Окей, давай, хорошо. Что выбираешь, правду или действие? Правду. Правду? Угу. Так, правду вам. По сколько лет у тебя был первый секс? 17. Понравилось? Ну, нет. Не особо. Почему нет? Да не знаю, я не так это себе представляла. Так, сейчас, подожди. Так, а вот отлично идет, кайф. А у тебя что не так? Контент подъехал. А что не так было? Я не знаю, у меня типа был парень, но... Знаешь, типа для каждой девушки как-то что-то по-особенному, а мы просто собрались с друзьями. И так получилось. Заперлись в комнате, и так случилось, да. Но я с ним уже годы этого встречалась, так что как-то так. Понятно, ну давай, как, дальше как ты теперь это раскладываешь. Блин, я даже не знаю, что спрашивать. Не, ну ты еще не выиграла. Ну? О, ну да, ты выиграла. Выиграла, я чувствую. Так, ну давай, выбираю правду. Правда. Угу. Я могу отказаться и действия делать потом. Если вопрос тебе не понравится, например. Окей, расскажи какой-нибудь кринжовый случай со своей жизни. Блин, ну слушай, когда я только вот на Бали типа попал, получилось так, то что мы катались с парнями на байках, заезжали в клубы, и я увидел вроде как девушку, а это оказалось вообще потом то, что это транс. И она села, ну она или он, получается, ко мне на байк, начала что-то меня мацать, там типа дотрагиваться до моего члена. Но я вначале не понял, что это транс. Потом я тормознул, и выяснилось, что это транс, и мне так не по себе вообще стало. Ну, это типа реально кринжово было. Ну да, неприятно. Но целый контакт был. Небольшой такой. Ну да, небольшой. Но причем мне потом как будто, знаешь, как будто это какая-то карма, знаешь, там, проклятие, ужастик. Блин, так, давай я так сейчас. А ты как к трансам относишься? Мне, если честно, все равно. Вообще по две карты. Так, да, что-то подвезу, что. Блин, опять я проиграл. Мне абсолютно все равно. Ну, к трансам я их особо и не встречала в своей жизни так много, чтобы там делать какие-то выводы. Вот. Так, ну что, давай я выбираю действие. Действие. Так, у меня такие сейчас просто обезьянки в голове прыгают. Блин, я не знаю. Давай такое действие. Да я не знаю, блин, реально. У меня в голове ничего нет. Даже говорю, это была плохая идея снимать видео сейчас. А давайте я могу поцеловать. Это уже было.
Ну давай еще раз. Ну окей, в щечку. Давай. Вот. Так, ну давай теперь ты. Так, опять я проиграл. Ну давай вопрос. Вопрос. Так. В какой стране ты себя чувствуешь, ну, как бы, наиболее комфортно, и где бы ты хотел провести свою оставшуюся жизнь? Вот, допустим, у тебя только вот одна страна, и ты не сможешь уезжать больше никуда, и вот ты должен там просто сесть и сидеть. Блин, слушай, вообще мне нравится Дубай, но вот сейчас я сел как бы на Бали, но я бы хотел пожить в Америке. А ты не был в Америке? Нет. А вдруг там тебе не понравится? Ну вот, узнаю, но мне кажется, мне там понравится. Там Гавайи. Ну, процент вероятности больше. Однозначно. Ну, я проиграла тут, конечно. Так, ну что ты? Правда? Правда? Да. Так, правда. Расскажи про свою любимую позу в сексе. Так. Ду раком. Раком? Мне нравится раком, да. Чему мне нравится? Не знаю, мне нравится. По ощущениям классно. Угу. Ну, ладно. Ну, сверху мне тоже нравится. Отлично. Так, а надо опять эти же карты. А, блин, да. Помешать вам? Помешать. Ой. Так, сейчас я посмотрю. У меня просто частенько память заканчивается. Я тебя понимаю, у меня такая же проблема. Ну, я проиграла. Да. Давай правду. Так, ну давай правду. Так. Любишь куни? Да. Ну, смотря, если человек умеет его делать, то да. Если нет, то нет. Зависит уже от человека. Угу. Ну, а что конкретно тебе там нравится? Ну блин, знаешь, если человек его хорошо делает, то мне нравится все. Я не могу именно обозначить какой-то определенный фактор в этом во всем. Вот. Но были случаи, когда мне не нравилось. Потому что человек просто не умел. А что там не так было? Ну блин, я не могу сейчас тебе это рассказать. Просто, видимо, человек не научился работать языком, и в этом плохо не звучало. Слушай, а если вот парень будет делать плохо, ты не будешь с ним встречаться? Ну почему не буду? Можно же научить человека. Прикольно. Можно же всегда всему научиться. Так, ну давай дальше играем. Так. Ну, и вопрос опять? Ну да. Давай три раза этот. Нет, давай вопрос. Я уже сейчас это все уже устала, реально. У меня нет где-то, знаешь, какого-то, наверное, воображения. А ты умеешь тверкать? Блин, я не ходила никогда на тверк. Я занималась балетом, занималась другими видами танцами. Ты на шпагат садишься? Уже нет, я лет 5 назад садилась, я просто забросила это дело, мне неинтересно было. Так, вопрос. А расскажи, за что тебе стыдно было? Так, за что мне было стыдно? Последний раз, наверное? Да, блин, давно не было такого, чтобы мне прям было стыдно. Ну, когда... Давно не было, ну, значит, когда-то было. Я уже не вспомню. Не всегда как это было, ну, типа, старалась обходить такие ситуации. Наверное, когда я очень жестко напилась, вот, и мне было потом, да, стыдно, когда вот недавно на Бали, вот, я немножко поругалась с друзьями, хотела собрать свои вещи, уехать от них, хотя ситуация была очень смешная. А что случилось? Блин, случилось то, что что-то я докопалась за своего друга бедного. Он только уже хотел просто пойти лечь спать, а я просто докопалась до него. И он такой, ну, он же был подвыпивший. Вот, и у нас немножко произошло разногласие. Вот, и я просто ужасно, у меня была истерика, начала плакать.
другой друг меня начал успокаивать. И я такая на утро просыпаюсь и думаю, господи, как мне стыдно с этой ситуации. Просто. Ну, типа, знаешь, ты в момент наговариваешь очень много неприятных слов, какой-то кринж вываливаешь из-за этого. Угу, понятно. Так, ну давай дальше играем. Умею, да, я уходить с этого вопроса? Давай последний раз, я уже туда, наверное, поеду. Давай. Если что, можно в другой раз встретиться. О! Давай. Че, вопрос? Все, предлагаю тебе поехать. Так я выиграла. Ну давай, окей, спрашивай. Ну сколько у тебя лет был первый секс? 16. 16? Тебе понравилось? А, ну, вообще, типа, я там наговорил, что у меня уже это не первый секс. И я ожидал тоже что-то там, знаешь, как будто, блин, там, ну, будет что-то такое, прям. Получилось как-то нелепо, ну, короче, типа. Но в целом, в принципе, не так плохо было. А она была твоя ровесница? Да. А, ну, окей. Понятно. Так, ну, расскажи вообще о себе, какие у тебя цели и что ты хочешь. Ой, господи. У меня они очень меняются очень быстро. Я такой человек, очень спонтанный, и принимаю решения на каких-то, знаешь, на каком-то импульсивном своем вайбе. На каком импульсивном? Близко. На каком импульсивном вайбе? Ну, блин, знаешь, что когда ты не обдумываешь что-то очень долго, а импульсивно резко принимаешь решение. Вот. И это очень часто происходит в моей жизни. Я так прилетела в Тбилиси на Бали. Я так сменила очень много стран, сменила, допустим, место своей учебы. И это периодически постоянно в моей жизни. Угу. Слушай, ну все-таки для концовочки, может, что-то покажешь? Например. Ну, что-нибудь такое, от чего у моих подписчиков поднимется дыхание. Сердцебиение. Ты мне скажи, пожалуйста, я просто не совсем понимаю, о чем идет речь. Вот, мне для примера нужно что-нибудь знать. Ну, ну не знаю, что-нибудь такое, что будет возбуждать, на твой взгляд. Мне кажется, YouTube себя заблочит в один момент. Но почему ты в одежде? А, ну, я просто не понимаю, о чем ты говоришь. Ну, не знаю, может быть, типа, на шпагатом чуть сесть, может быть, там, не знаю, постонать как-то прикольненько, может быть, еще что-то. На шпагат я уже не сяду, наверное. Но могу попробовать. Ну, давай. Но навряд ли у меня получится, я, наверное, скорее всего. Ну, давай. На 500 тысяч подписчиков. Блин. А что еще, какие варианты есть? Вот кроме сесть на шпагат и постанать. Так, ну, можешь показать лямочку какую-нибудь. Какого цвета у тебя нижнее белье? Я могу сделать так, у меня просто нет лифчика. Ты можешь вообще снять? Я могу сделать вот так, а у меня его просто нет. А это будет в закрытом телеграме? Подписывайтесь, ссылка в описании. Ну, я могу сделать вот так вот, по крайней мере. Это, я думаю, YouTube это не забанит. Вот. Потому что, увы, лямки показать не смогу, у меня их просто нет. Это считается? Это считается, а для закрытого телеграма ничего не будет. Тебе реально не закрытый телеграм-канал? Да. Ну, может быть, в другой раз. Окей.